Художественная выставка объединила работу около 20 авторов. Все они занимаются в студии «Мастерская Солнца». Ярко, выразительно заявили о своем творчестве члены младшей группы студии. Самой юной Насте Мелентьевой 7 лет. Выставка посвящена юбилею молодежно-культурного центра «Родина», и каждый из участников представил свое художественное воплощение темы «Моя Родина». Все растут, наблюдаешь некоторые работы и смотришь, что люди действительно недаром ходят, и взрослые люди. Вот у Русиновой там я смотрю, у Наташи интересный появился натюрморт, и у Лахтионовой, как ее зовут, Лидия. Вот, ну, я не говорю уже про Нелю Веселкову, понятно, да? Ну, естественно, растут дети. Вот это меня больше всего радует, потому что и с недаром мы все это открыли, и что дети делают свое дело и делают хорошо. На занятиях в студии ребята постигают азы художественного творчества. Одна из тем – копирование известных картин именитых художников. Поэтому на выставке можно увидеть почти что вангоговские подсолнухи. Как отметила руководитель студии Марина Шульгина, выставка показывает мастерство ее участников. От года к году работы все лучше и интереснее. Тому пример Татьяна Суханова. Милана Идрихинская отмечена уже на областных выставках, а у Насти Александровой уже выработался свой стиль. Я занимаюсь в мастерской «Солнце» уже второй год, и мне нравится работать в цвете. Это очень интересно, и я понимаю, как дальше я буду выбирать цвета одежды или что-нибудь еще. Это помогает мне выбрать в будущем, что я буду, к примеру, рисовать. Активные участники студии «Мастерская Солнца» на торжественном открытии отмечены подарками. За преданность делу и любовь к родине. При вручении подарков это звучало немного шире, чем просто любовь к молодежно-культурному центру. Подразумевалась любовь к родному краю, ведь на выставке представлены пейзажи нашего русского севера, знакомые уголки родной Коряжмы. Юбилею молодежно-культурного центра «Родина» посвящена также выставка декоративно-прикладного творчества. На ней представлены работы творческих объединений, занимающихся на базе МКЦ. Это клубы «Лучики», «Волшебное дерево», «Художественная керамика», «Пчела» и «Пчелка». Как всегда, удивил многообразием техник клуб «Рябинушка». Выставки продолжают свою работу и приглашают приобщиться к творчеству горожан.